В этом доме по проспекту Созидателей живут близкие родственники 75-летнего Василия Дмитриевича Скорикова. Сам пенсионер проживает в соседней многоэтажке, но сейчас он лежит в больнице и находится в крайне тяжелом состоянии. А близкие недоумевают, почему так получилось. Ведь все могло быть иначе. У пожилого мужчины случился второй в жизни инсульт. Сын Эдуард Скориков, как только узнал об этом, тут же примчался к отцу. О том, что у папы острое нарушение кровоснабжения головного мозга, понял с порога, рассказывает мужчина. Нарушилась речь, частично онемели конечности и рот ушел на бок. 10:15 вызвал скорую, машина приехала быстро. Однако оперативность не помогла. Спустя 10 минут бригада уже вышла из квартиры, а дедушка так и остался лежать на диване. Они то есть, посмотрели, все пощупали его. Ну, типа того, все нормально, то есть вот, ничего страшного у него нет, у него это у него последствия старого инсульта. Я им говорю, у него инсульт? Они говорят, нет, у него последствия старого инсульта. Вот и все. Но они сделали ЭКГ, я не знаю, ничего, ни ЭКГ, ничего не делали, абсолютно. Просто я еще удивился, да. Пощупали? Да, пощупали. Уходя, медработники посоветовали лишь вызвать участкового врача. Якобы дедушке просто нужно поставить капельницу. В состоянии шока ничего не оставалось делать. Родственники позвонили в поликлинику, благо терапевт не заставил себя ждать. Увидев пациента, врач заключил сразу – инсульт, нужна госпитализация. Скорую вызвали во второй раз. Скорая помощь в итоге вторая сразу же, то есть моментально сделала вот, кардиограмму, сделала, то есть, какую-то блокаду, уколы какие-то сделали и сразу увезли его. Сегодня его посещал, он лежит в реанимации, сказали состояние среднее, вот, среднее состояние, сказали сегодня из реанимации переведут его. Но если бы среагировали раньше, то вот такого не было. Со слов Эдуарда, когда его отца привезли в медучреждение, тот был при смерти, почти не шевелился и задыхался от рвотных масс. На вопрос о том, часто ли папа жаловался на здоровье, отвечает отрицательно. Василий Дмитриевич – мастер спорта по лыжам, ведет активный образ жизни и всегда на позитиве. Почему то есть, они игнорировали? Вот, я им сразу сказал, то есть, вот, у него инсульт, у него, то есть, вот я вижу состояние у него плохое. То есть, я не знаю, почему то есть, вот так происходит на самом деле. То есть, и сколько то есть, они… То есть, таких больных кидать будут. В станции скорой медицинской помощи нам рассказали свою версию произошедшего. Уже в первый приезд бригада предложила пациенту госпитализацию. Однако в карточке вызова, который является основным документом работы бригады на месте, зафиксирован отказ. В карточке написан отказ пациента от госпитализации. Через 2 часа, соответственно, симптомы увеличились, усилились. Бригада выехала, его госпитализировала. О том, что его положили, вернее, госпитализировали в реанимацию, положено просто по стандарту, не по состоянию. Семья Скориковых официально заявляет, что никаких документов первый приезд скорой не подписывали. Если только сам дедушка дрожащей рукой не успел, пока сын выходил в другую комнату. Согласно правилам, если больной не в состоянии расписаться, поставить подпись может законный представитель, либо сам медперсонал, с пометкой, что от подписи, как и от госпитализации, отказался. Ничего, то есть вам не давали бумаг, никаких ничего бумаг? Я не расписывался, вы не и дедушка не расписывался? Вот это я не знаю, я уходил, то есть это жене звонил по телефону как раз, чтобы участковый. То есть, по большому счету, они могли без вас? Может быть, да. Но вы долго выходили вообще? Ну, надолго там? Сколько? Минуты полторы. Ну, полторы минуты, да? То есть, никаких бумажек? Ну, у меня там мама находилась. Позже Лидия Ивановна Скорикова также подтвердила, что подпись нигде не ставила. На момент выхода сюжета дедушку перевели в палату Центральной городской больницы. Состояние стабильное. Родственники Скорикова-старшего стоят на своем и намерены с их слов добиться справедливости. Они отправили жалобу в региональный Минздрав. По нашей информации, в министерстве уже начались разбирательства по этому делу. Наша редакция будет следить за развитием событий. На экране вы видите телефон горячей линии. По нему можно оставлять вопросы, касающиеся получения качественной медицинской и лекарственной помощи на территории области, а также для защиты прав и интересов граждан в сфере здравоохранения. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.